был отрезок отличных, там, начало середины сезона, потом опять небольшие провалы. Но вся регулярка можно пройти так, а потом плов нормально отыграть. Надеюсь, что так и будет. А можно сказать, что эта игра как раз была и отражением регулярки? Думаю, нет. У нас таких игр немного было в сезоне, я считаю, когда мы не терпели, иногда играли по счету и даже когда 2-1 проигрывали, мы, я думаю, где-то не чересчур рисковали, это правильно, мы просто терпели тот шанс, чтобы забить, мы его вытерпели. В регулярке все равно мы где-то более открыто могли играть и где-то там попробовать что-то изобрести, а здесь мы как-то, мне кажется, попроще играли. Спасибо, с победой. Спасибо.